течение 4 дней 10 сильнейших команд Свердловской области из Екатеринбурга, Новоуральска, Полевского, Кушвы, Асбеста и Богдановича боролись за почетный трофей. По традиции коллективы разбиты на две подгруппы – волей жребия две полевские сборные, представлявшие физкультурно-спортивный комплекс Северского трубного завода и спортивную школу Полевского, попали в разные квинтеты. Таким образом, их очное противостояние, всегда проходящее в бескомпромиссной борьбе, было возможно лишь в финальной стадии. Многие девчонки признавались, что вернуться к оптимальной форме после коронавирусной самоизоляции и отсутствия полноценных тренировок очень трудно, поэтому здесь они не всегда демонстрировали все свое мастерство. Мы уже забыли, что каково это здесь на 4 дня, и поэтому, как сказать, мы не были готовы к таким нагрузкам, и поэтому мы вчера проиграли всем. Трудно после коронавируса? Да, очень трудно, поэтому было мало тренировок, и поэтому мы не были готовы к таким нагрузкам. Несмотря на то, что, как всегда, здесь фаворитами считались команды спортивной школы Олимпийского резерва из Екатеринбурга, другие команды, особенно хозяйки паркета, тоже намеревались биться за самые высокие места. Отсюда и борьба в каждом матче была напряженной и захватывающей, зачастую и непредсказуемой. Как во встрече сборной физкультурно-спортивного комплекса с командой Новоуральска, наши девчонки бились на равных и имели хорошие шансы на победу, ведя в четвертой партии. Но в итоге в решающий момент дали слабину и проиграли. За счет того, что мы поверили в себя, и за это мы как бы начали выигрывать. Но они тоже хорошо очень играют, они молодцы. С ними до этого уже играли? Да, играли. Как? С каким успехом? Ну, бывали выигрывали, бывали последний раз проигрывали, в этот раз выиграли. В итоге 4 дней напряженных волейбольных баталий два первых места ожидаемо у спортивной школы Олимпийского резерва «Уралочки» из Екатеринбурга, а почетная бронза у команды спортивной школы Полевского. Сборная физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода закончила первенство на 6-й строчке. Максим Исаенко, Сергей Чижов, Новости 11-го канала.